Все эти теневые явления, если их вскрыть и выявленные финансы направить в бюджет, могли бы стать хорошим подспорьем для борьбы со вспышкой коронавируса, когда страна вынуждена просить финансовой помощи у международных доноров. Но для этого нужна сильная политическая воля и само стремление выправить ситуацию, которая достаточно абсурдная. Страна для своего развития постоянно просит помощи извне и не может даже свести свой собственный бюджет без внешних заимствований. А внутри страны разворовываются миллионы, и с этими внутренними ворами никто ничего поделать не может. Возможно, коронавирус отрезвит многие головы, но для принятия решения пока необходимо его переждать. А для этого самый простой и надежный способ – сидеть дома. Об этом на неделе в прямом эфире программы «Когда все дома» российского журналиста Андрея Малахова коротко и ясно сказал директор Московского института имени Склифосовского Сергей Петриков. А вот какой совет вы даете своим близким, родным в связи со всей этой эпидемией? Сидеть дома. Рецепт простой, но трудноисполнимый – сидеть дома. Это как перестать думать. Человеку очень трудно перестать думать, хотя, казалось бы, что тут сложного. Но как раз в этом и состоит сложность медитации, например. Внешне кажущиеся очень простыми вещи при исполнении оказываются довольно трудными. Если бы люди не думали, а просто исполняли принятые кем-то когда-то инструкции, все было бы проще. Надо только, чтобы те, кто дает инструкции, были умными. Но и это тоже мы когда-то проходили. Мудрая и всезнающая партия думала за нас и давала нам инструкции для исполнения. Но оказалось, что наверху не всегда оказываются не только те, кто умные, но даже наоборот, те, кто просто для себя пользуются тем, что они наверху. И наверх они стремятся тоже как раз для этого. И вот эту всю психологию и традиции исправить достаточно сложно. Многим действительно надо посидеть дома и подумать.